Привет, НЛПер! В этом видео я расскажу тебе о 4 вещах, которые помогут существенно тебе поднять уровень счастья. Конечно, если ты их начнешь применять. Итак, первая вещь очень простая. Есть в НЛП такая техника, которая называется барометр состояния. Что нужно сделать? Для того, чтобы внедрить в себя эту технику, нужно представить барометр. Представь какой-нибудь барометр. Ну, такой большой термометр с определенной шкалой. И пускай эта шкала будет от 1 до 10. Что нужно делать дальше? Постарайся его как можно четче визуализировать. Прям представь, что у тебя есть такой внутри где-то, в твоем внутреннем воображении, термометр, и ты его очень хорошо разглядел. Напиши в комментариях, какой он у тебя, черный, белый, синий, красный, какой угодно. У меня, например, он вообще деревянный, а ртутная вот эта вот штучка, полосочка, она красная. И есть 10 делений. Но так как это видео про счастье, тебе нужно сейчас откалибровать свой уровень счастья. Если ты сейчас смотришь это видео и ты испытываешь уровень счастья по своей внутренней шкале, допустим, на 5 или на 6, просто представь, сейчас ты чувствуешь уровень счастья на 5, и представь, как будто на этом внутреннем термометре отметка пятерочка. Я, например, чувствую сейчас себя по уровню счастья на 7, потому что я снимаю для тебя видео, и я люблю это делать. Окей, ты откалибровал, на каком уровне ты находишься сейчас. Что нужно делать дальше? Дальше тебе нужно представить и вспомнить свой прошлый опыт, где ты испытывал уровень счастья выше. Допустим, вспомни какую-то жизненную ситуацию, где ты испытывал свое счастье на 7. Прокрути у себя в голове это воображение, погрузись в него, постарайся ассоциироваться с этим состоянием. И вот ты уже начинаешь себя чувствовать на 7. И твоя задача мысленно на этом барометре отметить 7. Дальше попутешествуй в своем прошлом и вспомни, когда ты испытывал счастье на уровень 8 или даже 9. Поковыряйся в своем сознании, вспомни эти случаи, эти счастливые моменты жизни, погрузись в них, ассоциируйся с ними, побудь в них как можно больше. И пускай твое состояние сейчас уже увеличится, к примеру, до 9. Когда ты начнешь чувствовать, что твое состояние усилилось, твое состояние счастья усилилось до 9, пожалуйста, сделай свою мысленную отметку, как будто она поднялась до 9. То же самое ты можешь делать вниз. И теперь у тебя внутри есть встроен такой классный инструмент, который будет помогать тебе поднимать свой уровень счастья в любой момент времени. Это очень крутой, очень мощный инструмент. Сейчас опять спусти, допустим, свой уровень счастья на 5. И теперь уже не вспоминая те события, которые у тебя ассоциировались с разным уровнем счастья, просто мысленно поднимай шкалу термометра. И ты будешь замечать, как меняется шкала твоего состояния. Я вот сейчас мысленно поднимаю на 9, и у меня уже начинает счастье переполнять. Я уверен, у тебя тоже получится. Следующая вещь, о которой я хотел рассказать тебе в этом видео, это наши установки и система убеждений. Все дело в том, что мы живем и действуем с точки зрения разных своих мысленных представлений, своих мысленных установок. Одни люди живут из установки «мне себя жалко», другие люди живут из установки «мир несправедлив», третьи люди живут из установки, что все вокруг плохие, и так далее, и так далее, и так далее. Есть много негативных установок, и напиши в комментариях, из какой жизненной установки живешь ты. И если ты вдруг заметил, что ты живешь из какой-то такой непозитивной жизненной установки, мир несправедлив, мне себя жалко, и так далее, и так далее, и так далее, твой уровень счастья будет стремиться к нулю. Но для того, чтобы его поднять, тебе нужно встроить в себя позитивную установку. Твоя позитивная установка может звучать следующим образом. Я себе нравлюсь. Я классный, мир дружелюбный, или вселенная дружелюбна, вселенная изобильна, вселенная полна ресурсов. Я классный, у меня все получается. И если ты начнешь проговаривать себе собой же придуманную позитивную установку каждый день, по нескольку раз в день, ты увидишь, что твой уровень счастья начнет расти. Ты будешь по-другому видеть все, что окружает тебя вокруг. Третья вещь, о которой я хотел рассказать тебе в этом видео. Чтобы поднять уровень счастья, есть простая логическая цепочка. Нужно постараться перестать делать то, что не приносит тебе счастья или приносит тебе несчастье, и начать делать то, что приносит
тебе счастья. И ты скажешь: Юра, ну это все классно на словах, а как же это реализовать? И вот как раз таки, как это реализовать, я буду рассказывать дальше. Все очень-очень просто. Сейчас, на данном этапе, ты понимаешь, что есть вещи, которые тебе приносят негативное состояние, понижают твой уровень счастья. Постарайся от них отказаться, если это возможно. Есть вещи, которые тебе поднимают уровень счастья. Постарайся сделать так, чтобы этих вещей было больше. Но чтобы это происходило не резко, чтобы ты там резко с кем-то не развелся, не уволился с работы, постарайся сделать вот что. Задай себе вопрос: как я могу сделать, чтобы те вещи, которые выбивают меня из ресурса, присутствовали в моей жизни по минимуму? Задай себе вопрос: как я могу уменьшить присутствие этих вещей в своей жизни? И, соответственно, задай себе вопрос: как я могу сделать так, чтобы те вещи, которые приносят мне счастье, которые поднимают мой уровень энергии и уровень моего счастья, их было больше в моей жизни? И вот это упражнение, мини-упражнение из двух слов: как сделать, чтобы счастья было больше, и как сделать, чтобы нересурсных дел и вещей было меньше. Делай его каждый день на протяжении недели, и я уверен, ты найдешь множество просто способов, как это реализовать. И четвертая вещь, о которой я хотел рассказать тебе в этом видео. Это вещь на подумать, это вещь на поразмышлять. Она тоже касается негативных установок или убеждений. Ты знаешь, многие люди соревнуются в тяжести жизни. Сейчас на примере поясню, как это происходит. Вспомни бабушек, которые сидят возле подъезда. Что они делают? Они рассказывают друг другу из раза в раз, что у них болит, что у них тяжело, что у них не получается, какие все плохие. И вот ты можешь мне верить, а можешь не верить. Ты тоже попадаешься в эту ловушку. Очень часто такое происходит между мужем и женой. Простой пример. Муж с женой возвращаются домой с работы, садятся за стол, ужинают и начинают друг другу рассказывать, как у них дела. Жена говорит: вот у меня на работе такая-то фигня происходит, и у меня совсем настроение плохое, я совсем устала, я так задолбалась, мне так тяжело. Окей, муж в этот момент что делает? Он же не говорит ей: а у меня все классно, у меня все хорошо. Он думает, что для того, чтобы поддержать эту беседу, он начинает с ней соревноваться в том, кому на Руси жить тяжелее, как говорится. Он начинает рассказывать: а у меня вообще полный абзац. У меня на работе то случилось, и там зарплату не поднимают, и начальник меня не уважает, там, и так далее, и так далее. То же самое очень часто происходит между друзьями, когда два друга встречаются или две подруги встречаются и начинают рассказывать, и как бы включаются в игру, в такое бессознательное соревнование. Я это наблюдаю очень много-много раз среди прохожих, среди даже своих знакомых, что люди начинают в процессе простой дружеской беседы как будто бы соревноваться, кому жить тяжелее. Но они в этот момент пытаются сыграть такую убедительную роль. Собеседник же должен поверить, что мне тяжелее, чем ему. И в этот момент времени происходит самоубеждение, что у меня такая жизнь тяжелая, несчастливая и так далее, и так далее, и так далее. Вот запомни этот пример. Люди очень часто соревнуются в своей тяжести жизни, в своем несчастье, в простых беседах. А когда они это делают в простых беседах, они начинают себя убеждать. Когда они себя убеждают, хотя даже когда они рассказывают об этом, они думают, что они лукавят, но проговаривая эти вещи, играя эту роль, когда мне тяжелее, чем тебе, демонстрирую, что мне тяжелее, чем тебе, это роль жертвы, и ты убеждаешь себя быть в негативном состоянии. Дорогой НЛПер, целых 4 техники: барометр счастья, жизненная установка, я себе нравлюсь, вселенная полна ресурсов и изобильна. Третья техника: как я могу сделать, чтобы вещей, которые у меня отнимают ресурс, было меньше в моей жизни, и как я могу сделать, чтобы вещей, которые добавляют мне ресурс и счастье, было больше в моей жизни. Ну и четвертое. Помни, пожалуйста, что нужно выйти из этой гонки. Нужно перестать соревноваться в тяжести жизни. На этом у меня сегодня все. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч!